Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Вы знаете, я не один раз это уже говорил, но христианство – это принятие той любви Отца, которую Он взял, которую Он излил, которую Он отдал. И в большинстве случаев сложно принять некоторым людям, но любовь Божия открылась нам в том, что Бог любил нас, Он принял нас еще когда мы были грешниками, и Его любовь, она не изменилась. С тех пор, как мы познакомились с Ним, Его любовь, она не изменилась. Аллилуйя. Она, я бы сказал, еще обросла. Обросла этими чудесами, этими знамениями. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Що все вишниця мене все приготовил.
дом, место для нас, всем обеспечен. И для кого Бог старался? Для своих сыновей и дочерей. Да. Поэтому, знаете, я не остановлюсь в говорении того, что христианство – это принятие. Да. Потому что если мы смотрим их с позиции «я зарабатываю», то мы бедные люди. Ничего не сможем заработать. И у нас есть история о любящем отце, когда старший сын пришел к отцу после того, как младший расточил имение, вернулся, отец был рад и счастлив, устроил пир, и старший сын говорит: «Я вот столько лет тебе служу, а ты даже не дал мне козленка с моими друзьями порадоваться». И вы знаете, может пройти вся жизнь, но лучше, чтобы эта жизнь прошла, когда ты сын и ты дочь любящего отца. Когда ты принимаешь то, что Бог для тебя уже сделал. Аминь. И мы сейчас с вами будем принимать причастие. Слава Богу. Это будет очень сильно. Это будет в напоминание нам, что сделал для нас Христос.